Пацаны, дайте мид, плиз, здорово. С Новым годом, ребят, дайте мид, вас любого. Пацаны, давайте договоримся, что с 2022 года просто все подпивасы, клоуны, вот эта вот помойка, которая хуя в донатах происходит, вы просто вот, пока я не буду стримить, вы просто посидите, найдете на Твиче долбоеба и будете там с тех пор с 2022 года сидеть, донатить и вот этой хуйней заниматься. Ко мне не нужно приходить в новом году. У меня такому не место. Понимаете? Мне это не смешно и не весело. Здесь адекватная атмосфера, обучающая стримы по Dota 2. Будет ли у Легиона 180 урона с дуэли? Да? Буду тебе стакать. Все, стрим-снайперы поймали в этой. Это уже не будет такой игрой, как прошлое. А, дед на миде, лол. Клопа, мид, это что-то новое? Олег, поздравляю тебя с Новым годом. Ты самый лучший стример, а хейтеры, как обычно, нюхают бебру. Бля, голос очень знакомый. Осуждаю максимально! Осуждаю! Нахуй ты меня отвлекаешь? Я потею, фармлю под башней, в итоге я проебал весь фарм из-за тебя. Из-за донатера, блядь, проебал весь фарм, все видели. Просто таблся скипать эту хуйню, блядь, осудительную. Не одобряю такое, долбоёб, блядь. Нахуй ты мне это донатишь? Просто игру мне портишь. Чёрт, поступила, блядь, пожилая информация из засекреченного источника, что у тебя рак залупа и ты болеешь чумой. Тебя чё? Видели на улице, и ты отбирал деньги у бомжусатый ворбаль. Это не смешно. Творог под залупой. Я тебя на своем биг-бобе вертел несколько. Пошел нахуй, ты улитка, сабли зубы, кто тебя с поводка снял? В будку свою съебался и не вылазь сняли, оттуда, блядь, больше никогда. Ребят, тетя — это самое святое, что есть вообще, запомните. Папина сестра, тетя, тетя, чтоб я позвонил. Так, ну мид разъебал, насколько я понял. По фарму ему пизда. Тетя! А у нас кнопки будут нажиматься? Соло. Сынуля, ебать. Ха-ха! Как оно? Ну ты и быдло, конечно, пипец. Не, просто когда унижаю всегда. Усатый, от тебя такого фиксирую. Не ожидал, конечно. Да не, пацаны, тут разъеб просто нереальный. Там тип уже друга позвал, да, на очке. Да, да, да. Пусть такого проеба на виде. Алекс, какая нахуй лебра, блядь. Блядь, я из-за вас, пока я скипал эти треки, мне чуть грибы ебало не разбили, понимаете? Это из-за вас, из-за донатера. Ставите хуйню, которую Алекс не пускает. И я должен тратить время, вместо того, чтобы потеть и акцентировать свое внимание на игре, я должен табаться, ебать, и сидеть в альтабе, настраивать ваши треки, блядь. Что-то громче, что-то тише, какие-то клипы, блядь. Ой, блядь, пизду, все ебало потерял. Слушай, мне нравится мальчик, я после твоего стримов начал его слушать. Солевой получается. А кто смеется, то смешного мало, все по факту, а факт в том, что ты чертила бормотила. Факт в том, что черт это ты, потому что ты без аргументов на меня пиздишь. А так могут делать только черты. Швепс! Так только черты могут делать, запомни, клоун. Так, Яша есть, 8-2 счет, нормально. Что там, пацаны, вообще с наступающим так, блядь, как у вас дела? Надо хоть с тиммейтами обсудить, один. Почему со мной никто разговаривает? Пацаны, вы тут? Быдло, игнорирует. ЧСВ получается, по факту. И тебя с наступающим. Спасибо, брат, пинг хороший. Блин, мне в этой игре Титан Сильвер нужен. Вот если выпадет Титан Сильвер, я реально въебу Сашу Яшу. Потому что у меня будет Акс прыгать и Аглик меня, братан, аккуратно там. Пока что просолочная игра, пацаны. Просолка в честь Нового года идет. Прям изи игра, кажется. Ну, привет. Блин, против лансера хочется Мальштром Аганим вообще сделать. Вы поняли, да? Там иллюзии, все дела, чтобы чисто все это унижать. Да, ты же не поставишь мне какую-нибудь хуйню, типа мальчиков, блядь, тебе подобной хуйни. Надеюсь, а то если тебя гачист укусит, то все. Можешь потом не оправиться долго. От укуса, потому что гачи болезнь, она передается через укусы, слюну там и так далее. Я вообще не понял, о чем ты говоришь. Почему ты сказал, что я пиздобол? И что ты обещал, я тоже не помню. Не знаю, что ты там обещал. Я бы наоборот, если бы у меня не было стрим-снайпера, я бы всегда радовался, если бы против меня играла дропка. То есть, если бы я видел, что у чувака там 300 плюс левел компендиума, и он бы пикал дропку постоянно, я бы ее не банил. Наоборот, забирай. Я бы брал мид шторма или какого-нибудь героя с эскейпом, который может, ну, эскейп, который позволяет и ворваться. Срочные новости из Белгорода. И просто пиздил бы ее по КД. Сегодня с центральной площади против меня, например, стрим-снайперы наоборот ее потолкнул. Сначала они ее банили из-за того, что я на них постоянно играл, они специально играли.
неравнодушных ее банили, чтобы найти эту мразь и набить ее. А потом они перестали ее банить и просто меня постоянно контрпикали. Потому что дробка, она ничего не может вот против контрпиков. Всякие войды, всякие штормы, спектры, и тебе пизда. У меня есть знакомый психиатр. Надо его пригласить в твой стрим посмотреть, чтобы он профессионально оценил, чем болеют авторы наркоманских донатов. Потом расскажу про диагнозы самых отбитых и перекрытых. Съебал нахуй по приказу чата. Ты себя слышишь? В жизни, наверное, усатый уебище с усами. Выглядом. Ебать ты конченый вообще. Ебать ты нахуй озлобленный по жизни, долбоёб. Привет, встрей тебе от пацанов из Фарсада. Желаю тебе полюбить гачлик, побросшую границы своего эстетического восприятия. Ну, они все скиллы в меня дали, я целенаправленно разменивался. Я мог нажать ТП, когда дед год нажал, но я не стал. Это пиздец, это нахуй, вы что, вы решили устроить пятиминутку денег? Просто одни купюры, ящики, блядь, стоят нахуй. Тупо донат равен количеству зрителей, плюс-минус. Вы все прекрасно знаете, что я никогда не байчу на донаты. Ну, типа, я считаю, что это неправильно. Я уже много раз говорил, что человек, который хочет поддержать, он поддержит без байта. Кстати, я помню, я говорил про Титан Сильдер. Вот я, он мне выпал, и я сразу же Сашу Яшу делаю. У меня сейчас статус резид был там 40%. Ебать, бежит, центрист ставит, блядь. Я не знаю, мы хотим пиздиться. Ой-ой-ой. Мы что, очкошники? Я тогда, я не очкошник, я просто отступаю. Ну, типа, все уходят, хули я останусь, один умирает. Парень, ты это третий гимн за сегодня, последний. Парень, дальше буду скипать, сразу же подписаю. Больше не надо этого ставить, парень, сколько можно это слушать. Гачиманы еще к нему подключились, его адепты. Всем отпор, парень. Сейчас, секунду, акцию держи, да? Лучше бы с парней. Пообщаемся подружней. Парень. Поплотней. Поплотней. Парень. Этот праздник у нас сперли дамы. Они захватят землю, парень. Мы сильнее сейчас, пока дамы ждут подарков от нас. Мега крипы, да? Интересная игра. То есть, понимаете, насколько легкие игры, когда у меня нет пятерых снайпера каждый день? Типа, зашли и сделали мега крипов. Вот и вся игра. То есть, типа, интересно, но слишком легко. Мне, если честно, даже вот я сейчас играю вторую игру легчайшую против обычных игроков снайпера. То есть, мне на самом деле больше даже вот нравятся игры, когда за мной 300 снайпера бегают. Как-то интереснее. Потому что в миге стоять очень легко. То есть, я пишу любого. Игра в одну калитку. Мне такая игра не нравится. Конечно, мне не нравится еще игра в одну калитку, когда нас сносят за 20 минут. Но вот такие победы мне вообще не нравятся. То есть скучно. Там чуваки в чате про смурф пиздят. Пацаны, я тысячу раз говорю, и все знают. Я играю, я единственный стример на Твиче, который играет на мейн аккаунте. И это факт. Попробуйте парировать. То есть ты просто, я не знаю, ты как будто типа специально отказываешься меня понять. Бля, как ланчера убить? У меня просто сатаника нету. Блин, на самом деле, как же лансеру на меня похуй? То есть, типа, каким образом мне убить лансера дроп? То есть, там тупо сердце Саша Яша. При всем уважении парирую, все проигроки на мене. У меня урона 300+. Второй ты и т.д. Я вообще не понимаю, как убивать лансера. Спасибо за 1000, при всем уважении парирую. Все проигроки на мейне играют. Братан, я говорю про стримера. Я уточнил при всем уважении. Никитос, я уточнил, из всех стримеров, проигроки это не стримеры, проигроки это стримеры, братан. Ты понимаешь, что проигрок не может быть стример? Я по секрету тебе скажу, человек, который врубает стрим раз в неделю, это не стример. Или раз в месяц, да? Там какой-нибудь No One и так далее. Это не стримеры, братан. Бля, дай мне шар, брат. Дашь мне? Спасибо. Отец Олег Стревич, передай нам всем крутотища. Сова.
какой бы у тебя не был скилл, когда ты играешь условно на каком-нибудь пудже в миде, и у тебя стоит в миде трипла, то тебе пизда. Я вынужден в большинстве своих персонажей на мид брать танка. Бристлбэк, Дед с косой, Шейкер, ДК. Потому что стрим-снайперы, для них не важна победа. Стрим-снайперам за меня важно заруинить игру. Стрим-снайперам против меня важно просто фокусить меня в каждой драке. Им поебать, выиграют они или нет. Спасибо за игру. Легионка 160 урона, пацаны. Понимаешь? Удачи, я не могу играть на героев, которые не могут танковать. То есть Вайпер, Бристлбэк, я только этих героев почти вынужден каждый брать. День стремит. То есть мне самому не всегда в кайф, но просто я вот сегодня взял сайленсера, братан. Мне неинтересно было играть. Я выебал мид, но дальше что? Тиммейты просто АФК фармят лес, 4 ебала. Я вынужден тоже АФК фармить лес, в итоге я 40 минут фармлю. Стрим-снайперы просто все кнопки дают в меня, либо сидят на своей половине карты и фармят. У них Энигма, я взял сайленсера законтрить Энигму, но в итоге стрим-снайперы АФКшат на своей половине враги. А мои типы тоже фармят, и мне нехуй делать. Бей, Айсберг это проигрок, который типа стримит каждый день. Ну, типа, он сейчас Олег, не в команде, привет. Братан, но это с наступающим. То есть, что значит каждый сегодня день стрим? Но он сейчас не в команде. И еще братан. Есть вопрос. То есть, условно, ты часто сейчас кого-то кикнут просто из команды. Просто ты выглядишь, же как будто от тебя плохо пахнет. Он я может без негатива просто день, интересуюсь. Но он от этого не стримером, удачи и здоровья, брат. Потому что он постримит от силы месяц, а потом он снова уйдет на просцену. Тот же Алоха возьми. Где он стримит? Братан, он про команде играет, он не стример. Стример это человек, который стримит постоянно. Ну, как минимум, там, что происходит. Привет, что происходит? Сынок. Чувак, который стримит, когда его кикнули с команды, или когда он не про команде. Он, ну, типа, это не стример и все. Ну, то есть, люди периодически стримят. Тот же Рамзес, когда он не в про команде был, он тоже стримил. Там, No One стримил когда-то там месяц, да? Но от этого, типа, ну, это просто человеку нечего делать. Он не в команде, он тренируется, и параллельно такой, а почему бы стрим не подрубить, правильно? Но когда человек проигрок, он не может быть стримером. Это вещи несовместимы. Потому что когда ты проигрок, тебе нужно выкладываться на 100%. Когда ты даже играешь в паблике, когда ты тренируешься, да? Во-первых, тебе нужно выкладываться на 100%. На стриме ты не можешь выкладываться на 100% при любых раскладах. Ты отвлекаешься, это факт. Даже если ты будешь очень стараться, ты все равно будешь отвлекаться. Второй момент. Проигроки тренируют героев. И тренируют это, как все знают, зачастую на смурфах. То есть, что никто не знает, что это условный No One. Там сидит Вася 32. Блять, никнейм. И никто не знает, что это No One. Чувак там на 8-9 тысяч рейтинга играет. Он тренирует героев к профессиональным играм, к официальным играм. И, соответственно, он не может это стримить. Потому что тогда в этом нет смысла, все будут знать, каких героев он тренирует. А так он сидит там, я не знаю, в миде, на минере нахуй, сука, тренируется, блядь. А потом хуяк на какой-нибудь официалке минера в мид и всех разъебывает. И все таки, уах, 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 как им хует. Поэтому профессиональный игрок не может быть стримером. Либо он не профессиональный игрок. Тут две вещи, как бы. Либо он стример, либо он профессиональный игрок. Если он стримит, значит он не профессиональный игрок и не играет ни в какой команде. Вот, потому что мало того, что ты должен тренироваться в соло, так еще ты должен играть с командой. То есть у тебя просто не будет времени на стримы.